Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание под номером 1108. Нас просят записать выражение без знака модуля. Для того, чтобы выполнить это задание, запишите, пожалуйста, приблизительное значение числа π. Я записала до 6 знаков. На самом деле в учебнике у вас записано до 42 знаков. Но еще до сих пор существуют ученые, которые узнают следующий и следующий знак для того, чтобы вычислить значение числа π. Это бесконечная дробь. Нам это нужно для того, чтобы избавиться от знака модуля, потому что модуль неотрицательного числа равен этому числу. Модуль отрицательного числа равен числу противоположному данному. Поэтому нам очень важно будет знать, какой знак будет иметь разность под знаком модуля. Итак, под цифрой 1. У нас модуль разности π и 3,14. Кстати, для задач чаще всего берут π, равное 3,14. Но π это больше, чем 3,14, потому что у 3,14 0 тысячных, а у π 1 тысячная. Поскольку уменьшаемое больше вычитаемого, то выражение под знаком модуля положительное, а модуль неотрицательного числа и модуль положительного числа – это само число. Поэтому мы просто опускаем знак модуля. Так как π больше, чем 3,14. По цифре 2. От 3 минус π под знаком модуля стоит такое выражение. Поскольку π больше, чем 3, то разность будет отрицательная, а модуль отрицательного числа равен числу ему противоположному. Ставим знак минус. 3 минус π. Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак минус, достаточно этот минус опустить, а знаки в скобках поменять на противоположные. Перед π был знак минус, ставим плюс. Перед 3 не стояло никакого знака, это плюс, ставим минус. Почему? Потому что 3 меньше, чем π. Третье. 3,142 минус π. Сравним уменьшаемое и вычитаемое. У π, если брать до 5 знаков после запятой, тысячных 1, а у 3,142 тысячных 2. Поэтому уменьшаемое больше вычитаемого. Раз уменьшаемое больше вычитаемого, то разность будет положительная. Раз разность положительная, то модуль равен самому числу, которое под знаком модуля. Поэтому просто опускаем знак модуля. Так как 3,142 больше, чем π. И последнее, четвертое. Модуль. А под модулем значение выражения от π минус 3,15. И опять же мы с вами должны выяснить, положительное или отрицательное число будет находиться под знаком модуля. π имеет 4 сотых, а 3,15 сотых имеет 5 сотых. Поэтому вычитаемое больше, чем уменьшаемое. Поэтому выражение под знаком модуля будет отрицательным. Модуль отрицательного числа равен числу ему противоположному. Ставим знак минус. Π минус 3,15. Ну а теперь мы с вами умеем раскрывать скобки, перед которыми знак минус. Для этого достаточно переписать те выражения, которые были в скобках, но с противоположным знаком. Было минус 3,15, мы пишем 3,15. Было π, пишем минус π. И объясняем. Так как π меньше, чем 3,15.
все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях.